полиции назвали причину, по которой в Ханты-Мансийском автономном округе перевернулся автобус с южноуральскими вахтовиками. Ранее считалось, что всему виной лопнувшее заднее колесо, но полицейские установили, что автобус улетел в кювет и перевернулся из-за того, что 50-летний водитель не удержал управление на дороге. Напомним, авария случилась на промысловой дороге Лянтор-Карым-Кары. Всего в автобусе находилось 14 вахтовиков, среди них двое жителей Южного Урала. Все пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.